Вот такая вот красота расцвела. И очень интересно, сколько же в диаметре этот цветок. Я видела на канале «Цветы у блондинки», по-моему, называется так, 17 сантиметров гибиастру. Ну, а вот мой красавец, по-моему, 15 сантиметров. Надо померить обязательно. Пока расцвело два цветочка, вот там пробивается третий и будет еще четвертый. Амариллиса у меня впервые. Давно хотела, но цена кусалась. Но вот посчастливилось мне приобрести луковицу. И вот не нарадуюсь этой красотой. Но получила комментарии под фильмом и сетуют, что первый год цвела, а потом не цветет. Дает только листья. Ну что ж, посмотрим, проверим, как моя красавица себя поведет. Пока, конечно, чудо. Вот такие красивые тычиночки. Но еще интереснее смотрится в профиль. Вот такая вот красота. Видите, тычинки желтого цвета и пестик. Красота неимоверная. А в моем фильме о амариллисах есть много расцветов. Советую посмотреть. Колоритный цветок. Скоро, я думаю, у меня расцветет кливия. О кливии у меня есть. Можете посмотреть. Тоже роскошный цветок. Как же мне хочется передать настоящий цвет этого красавца. Такие красивые прожилочки на бархатном красном фоне. Темные прожилки. И вот он, второй цветок раскрывается. Третий. Вот так вот выглядит красавчик. Ну, а четвертый, мне кажется, будет слабенький. Но посмотрю, пока вот он так выглядит. Видите? Вот он, бутончик. На улице сугробы, снег. А в доме вот такая вот красотища. Амариллис. Первый цветок раскрылся 23 января. Сегодня 26. Три дня. Пока выглядит свеженьким, красивым. Радуй меня своим цветением. Возможно, так получится передать красоту. 5 дней цветет этот цветок. Но до чего же он красив. Вы со мной согласитесь? Такая бархатная структура и поверхность такая красивая. И вот 3 цветка уже расцвело. Остался только 4-й, пока он в бутоне. Я все больше и больше влюбляюсь в этот цветок. Не знаю, передаст ли он вот здесь текстуру. Вы знаете, и бархат, и атлас, все вместе, и так переливается, так красиво смотрится. Но до чего же природа у нас красива. В природе он, конечно, растет в Африке, но не до такой же степени он красивый. Цветы намного мельче. Аромата я не чувствую у этого цветка. Вся его красота вот в этих шикарных цветах. А у вас есть амариллисы? Нет? Возможно, и вы полюбите амариллисы, так как полюбила я, когда они расцвели уже у меня. Да, я видела цветущие, да, красиво, но когда у меня такая красота, это вызывает восторг. Вот и заканчивается мой рассказ про цветение амариллиса. 23 января раскрылся вот этот цветок. Вот какой красавчик. И вот постепенно раскрылись все цветы. А последним раскрылся вот этот
красивый цветок, четвертый. И теперь амарилис выглядит вот так. Четыре цветка. Видно, что уже начинает портиться цветочек, но по-прежнему красив. На какой цветок не посмотри, все красивы, все замечательны. Возможно, влюбила я вас в это растение, но мой рассказ продолжится про этого красавчика тогда, когда начнется появление листьев из вот этой луковички. Здесь есть зачатки, но нет, и меня поправили. Спасибо. Есть под моим фильмом комментарий. Луковицу амарилиса нужно отправлять тогда, когда и все листья подсохнут, не только этот цветонос. Если посмотреть на пестик первого цветка, то он поднялся вверх. Видите, вверх над тычинками. И все три цветка имеют такое же положение. Третий раскрытый цветок. И пестик у него тоже поднят вверх. Зачем-то это надо? Вот, кто знает, ответьте на этот вопрос. Я пока не знаю. Последний цветок. И пестик пока опущен вниз. На этом мой сюжет про амарилис заканчивается. Благодарю всех, кто откликнулся на первый мой фильм про амарилис. И у меня вопрос. Будете ли вы приобретать луковицы амарилиса? И как они вас радуют на второй, третий, четвертый год? Потому что многие написали, только первый год цвел, а дальше цвести не хочет. Поделитесь в комментариях. У меня амарилис первый год, поэтому пока из моего опыта я ничего вам не могу сообщить. А на этом мой сюжетик заканчивается. Всего вам доброго! Видеоблогер Екатерина Снытко. И вот такой сюжет про цветение амарилиса. Вам понравилось? Если да, то пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго! Сегодня 31 января 2019 года.